сейчас у нас будет очень интересное видео. Челлендж называется «Желание или сюрприз?». Получить по голове детским молоком. Опять бумажка. Понюхать подмышку соседа справа. Нет. О, маме повезло. Я тоже люблю свет. А я кушаю. Привет, девчонки. Привет. Так, сейчас у нас будет очень интересное видео. Челлендж называется «Желание или сюрприз?». Вот. Я вот только что придумал, я собрал девочек. Вот так, в этой тарелочке у нас, видите, вот, яички киндер, и внутри из них, в них есть или желание, или просто сюрприз. Ну что, поехали, кто будет первый? Я. Или по возрасту, малышам. Я. Ну давай я. Ну давай, Евка, давай. Бери. Так. Ну, не знаю, давай. О, Юха, тебе нужно станцевать этот танец. Станцуешь? Так, давай, я сейчас музыку пойду включу. И Евка станцует. Так. Это рука, типа. Да, и там рука, типа. Значит так, заходим мы в этот, в YouTube Shorts. Ну, пап, вот так, сейчас. Вот так. Сейчас, да, я захожу, захожу в YouTube Shorts. И что, поехали, поехали, давай. Сейчас. Смотри, да, ребяткам покажем. Отлично, все. Молодец. Молодец, Ева, первое задание выполнила. Теперь я. Давай, теперь Юлька. Не знаю. Нарисовать. Татуировку. Татуировку маркером себе. Маркером. Ага. Давайте сейчас даю маркер. И ты себе нарисуешь где угодно. Можешь на руке, можешь что-то еще. Мои татуировки. Вот твои татуировки. А что будешь рисовать? Я видела, я хотела сказать, я видела это видео, как рисует. Ага. Вот так. Сердце и полосочки. А, да, девочка мне показывала сегодня с утра видео, где я рисую сердце и полосочки, да? Да. Такое объемное. Это что это такое, Юль, получилось? Яблочко. Сейчас Юлька нарисует и покажет в камеру, да? Что у меня получилось? Похоже пока на какую-то микробу. Это будет что-то вроде вот этого. А, ну, короче, такой цветочек, да? Выбрала. А я стирал. А я буду стирать пальцем. Ага. Мочалкой. Так, ну все, смотрите, я Юлька, короче, нарисовал. А, что не нарисовал? Юлечка рисует очень тщательно. Ну, пока мы продолжим делать, пока Юля... Ну, давайте, пока Юля рисует, мы можем дальше что-то выбирать. Допустим, мама может дальше выбрать, да, себе? Да. Так, сюрприз пока не попадается. Ну давайте. Ну так маленький кончик, ну что? Это какая-то одежда. Ой, почему? О, ну вот, у меня такая татуха получилась. Покажи. Вот, видите вот это? Да, мама, мне повезло, конечно, повезло. Держи. Можно самый-самый маленький, не обязательно большой. Ага, класс. Ну мы не стрижем. Все. Так, давай. Так, теперь я беру первый, да? Оп. Ой. Ой, у меня тут колечко попалось.
Одевай себе на мизинчик. Давай, это пока мое. Под... Нет, я давай, потом тебе дам. Ева, выбирай перты. Одевай на мизинчик. Ева, выбирай. Так, что там это за писечка? Ой. Скушать яблоко без рук. Ой, я... Ева, сможешь? Нет. Смотри, надо просто его хотя бы откусить, но руками не Ева, трогать. Смотри, вот так вот убираешь ручки назад и кусаешь. Давай. Нет, 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 руками нельзя. Я хочу поблизко. Хорошо. Нет, нет, пускай попробует. Пускай она сможет, я верю в нее. Давай, Ева, если давай. У меня не получится, то я буду. О, молодец! Ева выполняет все задания четко. Так, все, яблоко убираю. Давай, я яблоко уберу. Ага. Дай Юлю попробовать это яблоко. А, ну да, на, Юля хочет попробовать, давай. Отлично. Все, девчонки, у девчонок очень острые зубы. Потому-то мы любим полезное. Так, Юля сегодня себе выбрала такой интерес. Я авокадо. Конфета, 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 конфета. Все, молодец, задание не выполняешь, просто кушаешь конфеты. Отлично, так, теперь я. Оп, ой. А, ничего не трясется, значит подарка нет. О-о, задание. Так, рассказать свое желание. Мое желание, чтобы это видео набрало 1000 лайков. Наберет? Ребята, поможете нам? Все, дальше, поехали дальше. Нет, мое желание. Везет тебе на бумажечке. Получить по голове детским подарком. Нет! Ева, там вот, смотри, вот он. Не надо, ну это просто. Меня. Давай меня подарить. Нет, нет. Сама себе дай. Себе, ты себе. Только легонько. Сама себе легонько. Легонько, легонько. Так, давай, Юля, следующее. Ну. Ну что там, ребята, как вы думаете, что там у нас? Съесть варенье с солью. О, съесть варенье с солью. Сейчас я тебе сделаю. А можно я сама себе? Нет, нет, нет. Так, вот, смотрите, вот варенье, соли я уже посыпал, поверьте мне, хорошо посыпал, насколько сильно я люблю свою дочь. Отлично, зашло, забивать надо? Так, мама. Да-да-да. Ну что? Так, ребята, вы пока не забывайте подписаться. Ставьте лайки девчонкам. Видите, как они стараются. О, кусочек груши. Маме игрушка досталась. Грушка. На лайке. Мама на лайке. Так, Фрия. Фрия. Ой-ой. Нет, я теперь. А, тоже у меня ничего получается. Это ничего. Это сюрприз такой. Пусто. Давай, доставай. Нет, это получается и не задание, и не подарок. Вообще ничего. Опять бумажка. Давай прочитаем. Девка, давай, а, давай. Ой-ой. Понюхал подлежка со следой.
Понюхать подмышку соседа справа. Нет! Давай, нюхай. Давай, нюхай, держи. Вот Евке везет, слушай. Интересное задание. Это я тебе помазку понюхаю. Так, ну что там у нас? Дать себя пощекотать. Давайте, щекотите Юлечку. Ай, а на моё место все, да. Поднимай, а еще я тебе. Все, защекотали Юлю. О, маме. О, маме повезло. Я тоже люблю. Так, теперь я. О-оу. Походу там опять какое-то задание. Эй, Светка. Светка, которая... Так. Встать на стул и показать курицу. Нет, я показаю. Нет, я показаю. Нормально есть эти заменители, да, девчонки? Ну давай, 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 показывай, показывай. Девка наша активистка. Активистка, молодец. Что, ребята, засчитываем? Вместо меня Евка показала. Или я так чуть-чуть показать. Так, теперь Евки надо, да, все. А, еще Ева и Юля как раз остаются у нас. Подожди, подожди, подожди. Сейчас Евка открывает. Опять записочка. Опять записочка. Ну что, мама, читай. Встать на руки у стены. Это я люблю! Девка, встанешь на руки? Давай, постоять на руках. Не, у стены, надо, ну, где-то к стене подойти. Давай, подойдем. А ну давай сейчас Юлечка свое желание, и потом, тогда уже это будет как бы финальное задание. Встанешь на руки у стены, и все, видео будем заканчивать. Я тоже стану. А у тебя что? Ого, у тебя длинное какое-то задание. Ой-ой-ой. Короче, Юлечка попалась целый день сегодня не смотреть ни телефон, ни ТикТок, ни видео никакие, ни YouTube Shorts. Вот так вот Юлечка сегодня освобождается от телефонов. Давай опять. А теперь я пойду смотреть. Так, все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте девчонкам лайки. И сейчас еще... Евка сейчас еще возле стены должна постоять на руках, да, Евка? Идем. Нет. Вон Юлька пошла вставать? Нет. Евке так понравилось, да? Так, а ну-ка, давай, Юлька у нас. Юлька, давай. Здрасте. Давай. Всем здрасте. Оп, Юлька сделала вместо Евы. Девочка, идешь? Нет. Вам понравилось, девчонок? Да, мне очень понравилось, особенно татуха. Татуха? Ну все, тогда будем... Идем снимать следующее видео. Еще. Ну, нет, больше.